сети, это не доверие в отношениях. Я понимаю, это... что не ведущий, а именно партнер Павла. Чему же он не понимает, что... Нет, он сказал, что он расценил это как то, что я поставила дружбу в приоритет, нежели свадьбу. Что он так расценил? А что я с тобой общалась больше, чем с ними? На свадьбе? Да. Ну ты, по-моему, не больше с нами общалась, ты к нам подходила изредка. Да, я... причем мне даже было неловко, потому что мне было в основном одни. Я еще говорю, такая, я вас не сильно...